все из нас наблюдали художества на заборах, сделанные, созданные графитчиками, уличными художниками, так их называют. Так вот, они несут ответственность за свое, казалось бы, произведение искусства? Да, они, безусловно, тоже несут ответственность. Это определяет и ту ответственность, которая будет за это следовать. Тогда, ну, соответственно, просто за порчу имущества здесь можно привлекать. А если же идут призывы, не дай бог, каким-то националистические лозунги, символика, экстремистские призывы, или же непристойные, нецензурные надписи, рисунки, оскорбления какие-то, тогда это уже можно рассматривать по другим статьям.